Всем доброе-предоброе утро, ребята. И мы уже собрались, и сейчас будем вот завтракать. Смотреть доброе. При этом друзей. Да? 21-го? Да. Да. И мы очень сонные. Потому что я зеваю. А что ты волнуешь? Что это за жену? Это не жену. Это мышцы. Одень, пожалуйста, браслет. Короче, сегодня у нас целых две новые пары. Корректура и что-то там еще. Посмотрим, что за предметы. И это новый преподаватель нам неизвестный пока, да? Угу. Мы даже не имеем представления, кто это. Ну, я думаю, все-таки женщина. А, фамилия не знаю. Тупая реклама. Так, все. Всем приятного аппетита. Так, ну что, короче, мы зашли сегодня за паспортом, и там что-то непонятное. На самом деле просто вообще очень все непонятное, потому что здесь вместо моей Чумаковой фамилии, ну просто вместо моей фамилии какая-то опечатка, здесь написано Кравцова. Вроде фотка моя, имя, отчество мое, вот с фамилией что-то не так, что-то они там напутали немножко. Блин, вообще реально так непривычно, потому что когда типа ну где-то там себя поназывала, это одно. Но когда ты смотришь на свой паспорт, ты понимаешь, у тебя был паспорт с одной фамилией, а тут у тебя другая, оно как-то реально уже дико выглядит. Типа что за бред? Вообще. У нас дома есть салатик. Да, и мы идем домой. Но ты идешь сначала туда. Нет. Да. Ну нет. Кравцов. Я хочу сначала. Нет. Ну да. Нет. Ну да. Услышал? И тем более ты не голодный, и я не голодная. В смысле? Ну в прямом, ты что, голодный? Да. Как это? Мне этих двух бутербродов не хватило. А что ты не съел мои, я же их тебе отдал. Ага, потом ты скажешь, ну вот ты съел мои бутерброды, а ну я вот хотел... Ну вот тебе придется их дома съесть теперь. Ну так съем их дома, вместе со своим салатиком. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Значит, съем их по пути в этот самый, на почту. Нет. Буду идти резервы. Обжора. Такую холодину. У меня зуб к колбасе прилипнет, да? Буду мотылять. Блин, что за погода? Сейчас, короче, минус 6, завтра минус 1, потом плюс 1, начинается снег, стоп, а вчера дождь. Было минус 12. Да, вчера было минус 12. Начинается снег, дождь, и потом через пару дней, когда заканчивается снег, дождь, все мокрое. Начинается минус 3, минус 4, и боже, что за бред? Лучше пусть будет вот такой мороз, чем дождь и снег и будет идти. Вообще, я уже весну хочу. Реально очень хочу весну. А ты? Ой, я не хочу, чтобы ты так вонял. Так, а я, короче, к нам пришла Кира. Зайка, привет. Да, и идите, я освободила. Да. Вот такое вот произошло. Так, знаете, что я сделала? Что я очистила два бутля, которые нужно набрать нам питьевой водички. Начистила картошечку всю, бурячок и морковку. Сейчас нарежу капусточку, мясо у меня тут на батарее размораживается. Вот. Оно тут размораживается, вот. Такие вот. Зайка, ну сними ее, ну это ж ты специально ее ставишь. Не надо ее ставить на полотенечко. Я не ставлю. А, ну тогда не это, не разрешай ей выходить. И сейчас как раз 6, 7, 8. Ну вот как раз разморозится еще часок мяско. Я его нарежу, поставлю и, в принципе, буду готовить борщ. Так что вот такие вот дела. Что я хотела еще сделать? Блин, у меня что-то так глаза какие-то такие красные, стеклянные, и они что-то закрываются и вообще.
Вышли на учебу, называется. Я сейчас скушаю свои картошечки. Налью себе сачка и включу видосики. Может быть, я это буду делать все-таки здесь? Да, я буду делать здесь. Да, чтобы никто не узнал просто. Это секретная будет миссия здесь. Ребята! А? Вы видели влог, который Мика засыпает на руках с Оскаром у Ивы? Да, видели, я думаю. Так что заходите на Микинга, на Ли, на Оскины, на животного каналы. Угу. И что там будет? Там ссылочка внизу. Я ставлю, ребят. А где камера? Ты не снимаешь? Снимаю, вот. Айо. Ребята, я побывала в гости у Мики. Да ты что? Кида, я возьму камеру. Давай я подам. А, возьми, только экран не трогай, чтобы не это. Ребята! У Мики с Оскаром вот такой дом. Балкон, игровая. Тут они спят, а здесь Мика с Оскаром купаются. И покажи туалет. Ну и там туалет. Ну, туалет. Кто показывает туалет, зайка? Ты даешь. И туалет у них целая жизнь. Я, кстати, вчера знаете, что вам не показала? Или показала? Мика, не рычи. У меня новый, прекрасный, крутой вот такой вот чехольчик. Он такой красивенький. Это новый цвет. Это на 8+. Вообще этот чехол, потому что в этом году на 8+ и на X вышли вот этот цвет, фиолетовый и... Зеленый и еще какой-то. Честно, не помню, какой еще. А, и синий. Тоже такой, типа, темно-темно-синий. Но прям именно не такой, как был, а другой, короче. Так что это реально очень прикольно. И выключай камеру уже. Сейчас. И мы тут немножко с Андреем подсели. Ну, как Андрей, не знаю, подсел или нет. Но я подсела немножко на вот эти розыгрыши от вечернего Киева. И сейчас ты смотрю солнце, мой... розыгрыш вечерний. Это Ирина Билл. Ты солнце, шапика смотрела? Нет. Мне Кира не разрешает шапика смотреть. Я говорю, что я становлюсь дурной, когда смотрю шапика. Кот, ты где? Ты что, в домике? Мика, застелила диванчик так, и что я хотела вам сказать? А, приготовила борщик, написала Ирина Кравцова, типа, праздную честь того, что я теперь Кравцова. А Андрей майонез не захотел, поэтому у него без майонеза, просто борщик. Поэтому всем приятного аппетита, и мы сейчас посмотрим одну серию «Друзей» и уже ляжем в кроватку. Да? Да. Тогда беги сюда. Уже бегу. Все, мы будем кушать. Он просто покакал.
Короче, у нас просто Оскар, когда какает, начинает дурики вообще к ночи. Он начинает дурики. Блин, и мне так нравится этот чехол. Он такой крутой просто вообще. И мы сейчас уже идем ложиться спать. Мы так покушали просто. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Пока.